Друзья, всем привет! Это Романикс канал. Нет сил сидеть в заперти. Нет сил. Этот ролик я, наверное, выложу попозже. Вот сюда прикрепил я микрофон, чтобы вам было лучше слышно, потому что ветер сильнейший. Я выехал очень далеко и глубоко вглубь леса. Я его уже хожу 2 часа. Ничего нет. Вот. Но кто-то тоже здесь был с разведкой, с большой катушкой, потому что ямы огромные. Так вот, ну и старые, естественно, это ямы. Так вот, друзья, разведка, кажется, моя сегодня удалась. Я нашел, что искал, я нашел место, где жили люди. И это вообще, я не знаю, 15, 16, 17 век, судя по керамике, 16 век. Вот, какая мне попадалась тут. Поначалу были одни гильзы, вот. Ну, охотничьи. Я надеюсь, все-таки ветер не сильно приглушает мой голос. Включился я, потому что у меня есть находки. Находки непростые. Находки старые. Вот она. Вот она. Это чешуйка, ребят, Михаила Федоровича. В не самом плохом сохране. Слышите, как шумит? Это лес шумит. Кроны деревьев. В не самом плохом сохране. Вышел с леса, вот я на окраину, обнаружив здесь приличную яму. Здесь года 3-4 был шурф вот на этом месте. Очень много керамики, ребят, смотрите. Гора уже керамики вот наложил. Ну что, здесь очень много потусторонних сигналов, скажем так. Вот прибор мой. Я сейчас как раз на нем испытываю разные функции его, поднастройки, настройки, пытаюсь сейчас, вот попалась чешуйка, соответственно, сейчас буду его поднастраивать на чешую. Какие потом будут у меня настройки, я вам обязательно покажу. Ну и, естественно, сейчас будем смотреть, что тут еще, возможно, придется и заложить шурф. Так что, друзья, не переключайтесь, поехали. Что-то мне еще выпало. Смотрите, сигнал такой, блин. Странный был. Видно вам? Прибор учуял камеру. Смотрите, похоже, как колечко, что ли. А? Точно, кольцо. Ой-ой-ой-ой-ой. Это непростая, какая-то маленькая, правда. Колечко. И буковка то ли А, то ли М. Видите? О, класс, гляньте, целая, друзья мои. Я немножко в шоке был. А, она такая, гляньте. Видите, она может увеличиваться, уменьшаться. Круто, то ли L, то ли M, то ли A. Вам что видится тут? Напишите в комментариях. Колечко. Так, да что ж с прибором-то? Вот он офигевает на этих настройках. Позже расскажу про них. Ну и отлично, гляньте. Прекрасно. Так. Металл, пластик, как вы знаете, это прекрасно. Отойду подальше от прибора. Буду выключать камеру и продолжать. Как только что, выхожу на связь. Как вам моя довольная рожа, а? Ну, не побрита чуть-чуть, слегка. Ну что ж. Так, ребята. Это просто шикарное место. Я обожаю вот такие леса, да? Где сосна, старая большая сосна, редкая. Такая вот, такие вот как бы полянки, да? Лужок. Я вообще обожаю. Даже если бы не было сегодня находок у меня, я бы сюда все равно еще раз вернулся, потому что мне просто понравилась реально местность. Ну а тут еще и находки идут. Как это может не нравиться? Да еще металлопластика. Ту, которую я люблю. Фух, смотрите. Смотрите. Вот ямочка. Вот все здесь. Вот видите, одна большая яма. И вот такие вот две рядом. Но это дом стопроцентный.
Это ямка, в которой у нас появились находки. Опа, не видите? Я сам не вижу, только сейчас был. Вот он. Ой, красавец. Ой, красавец-то какой. Целый. Невероятно. Невероятно, друзья. Вы только посмотрите на него. Шикарно. Да он непростой. Да он непростой. Ой-ой-ой-ой. Вы только полюбуйтесь, господа. Какая красота. Вот это да. Вот это да. Такое ощущение, что и не носил никто, видите? Ну и ну. Вот тут разведка. Так сюда будем ездить. Сюда будем ездить. Я тут лег на землю. А тут клещей. Хрен знает сколько. Вот это да, ребята. Вот это новость. Накопились монеты скопа, пуговицы, крестики, складни. Не жди, когда они сгниют у тебя в шкафу, и почисть их. В этом тебе поможет магазин кладоискателя «Нумизмат». Есть абсолютно все, что необходимо для химической и механической чистки. Профессиональные средства для лечения и удаления окислений с металлов. Составы для патинирования монет. Различные растворы для консервации предметов, наборы для механической реставрации, микроскопы, шаберы, боры, гладилки, кисточки, а также много других аксессуаров для приборного поиска. При покупке назовите промокод Романикс и получите дополнительный подарок к своему заказу. Магазин «Нумизмат». Ссылки в описании. Что-то прибор ерундит. Смотрите, сам включается, сам выключается. Что за хренотень? О, во время копа, во время поиска сам включается, сам выключается. Что такое может быть-то? Блять, а. Включаю. Отключается. Что это такое? Что это может быть, друзья? Подскажите. Есть у кого такая проблема? Хм, странно, блин. Собака. Включился, я не знаю, раз 20-го, наверное. Так, хотел показать вам настройки. Что за херня вообще была? И это уже сегодня раз 5-й, наверное, такая происходит штука. Так, 0, а тут все сбросилось, пацаны. Ладно, оставим... Это все так. Громкость железа я, ну, наверное, 20 так и оставлю. Видно вообще что-нибудь? Может, вот так повернуть? Вот так вот, наверное, да? Во. Так, идем дальше. Это трэш-холд 11. 5 тонов. Мне сейчас больше так понравилось. Ну и вот это минус 9. Тут вот 2 она стоит по умолчанию. Я хрен его знает. Тоже ставим минус 9. Так, что тут еще? Так, ферум 0, отклик 4. Вот, в принципе, и все. Чуйка у меня на всю стоит. И все металлы. Все, вот так. Вот так я и хожу. Так, я не знаю, что тут выпало мне. Но что-то... круглая. Конечно, это не монета. Я понятия не имею, что это. Какая-то... Ай, блин, это какая-то ерунда. Что-то какая-то фигня. Не пойму, но что-то латунное такого. Из желтого металла. Так. Обо что ж постучать-то? В лопату постучу. Сегодня ага, почти что. Вот какая-то то ли бубенчик, что ли, был, то ли колокольчик, то ли еще какая хренотень. Ну, короче, какая-то деталь непонятная.
Непонятное. Ну и ладно, возьмем. Кажется, до меня дошло, что произошло с прибором. Он сел нахер, если это так. Короче, у меня был пауэрбанк, в нем оставалось 40%. Я подключил его, он за 3 минуты эти 40%, ну 5 минут, эти 40% и высосал в себя. Еще походил я 10 минут, и прибор отключился окончательно. Так что вот так вот, друзья. Наверное, это из-за этого. У кого была такая проблема? Я вот вернулся, благо у меня машина тут в километре. Я вот вернулся, сейчас поставил на зарядку, завел машину, чтобы она похудела, ток побольше шел. Хотя там в этой есть ограничитель потока зарядки. А сейчас покушаю и продолжим. Так, ребят, полчаса я позаряжал прибор. Короче, ну думаю, дольше не буду, потому что в любом случае по времени уже маловато. Получается, смотрите, я приехал, вернее, сюда шел на свое место, вот сюда увидел справа бугорок, забуриваюсь и охуеваю. Смотрите, это в этом году уже. Смотрите, 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 все в шурфах. Все в шурфах, я в шоке, блядь. Кто же это столько такого натворил, а? Друзья, ну шурф это за собой надо закапывать. Ой-ой-ой-ой. И туда, и сюда. Японский, глянь. Все вообще, блядь. Это я не знаю, это. Ну кто это такое мог сделать, а? О, вот это да. Ну понятно, хер тут, что. Чешуя тут была. Ее и искали. Посмотрите. Вы посмотрите. Ядрит колотить. Сейчас туда дальше схожу. Я в шоке, блядь. Вылез интересный. Интересная какая штука. Господа, гляньте. Пуговица или что это такое может быть? А? Посмотрите, какая интересная. Может быть пуговица, может быть еще что-то. Но вещь такая, я вам скажу, господа. Довольно-таки древняя, мне кажется. Очень красивая. Такой пуговицы никогда я не находил. Слушайте, какой сигнальчик. И показания 17. Чуть-чуть позвонче, если бы был, я бы подумал, что... Это чешуйка. Ну не пойму, изображения вроде бы тут никакого нет. А там глянем, посмотрим. Ладно, место перспективное я нашел. Будем здесь работать. А вот еще один. Это попозже. Это период попозже. Сломанный. Сломанный. Сзади узорчики. Красивый был. Но, увы. Группа самоделки. Не самоделки, а эти. Реставраторы, или как он там называется-то, по металлопластике. Ссылка под описанием видео. Туда выкину, на запчасти, может, кому нужен. Отправлю. Шаг за шагом я продвигаюсь по этому прекрасному лесу. Друзья, видите, черный. Это лунка моя, которая сейчас была. Сколько я здесь прошел, вот смотрите. Раз, два, три шага я сделал. Выкопал какую-то шляпу, короче, какую-то. И вот тонкий сигнал, тонкий, не глубоко. Чуть более полштыка, и смотрите. Вот он, ребят. Видно? Приблизить. Вот он. Сохран прекраснейший, ребят. Так, извиняюсь, фокус. Фокус, вот он. Прекрасный, господа, сохран. И опять такого же формата, ребят, смотрите. С этими вот кружочками. Что это там такое написано? Ой, что там? Что там написано? Сохран прекрасный. Прекрасный. И опять колечко у нас как неношенное. Вот он. Опять прекрасный сохран. Точно такой же. Может быть, это слегка поменьше. А давайте посмотрим.
Да, этот слегка поменьше, какой я сейчас нашел. Совсем немного. Вот так дела. Никогда такого не поднимал, крестик у меня не было. А тут сразу два. Вот так номер, ребят. Неплохо. И вот смотрите, сопутка у нас. Там керамика шла, горшки. Здесь ничего нет абсолютно. Но второй крестик уже здесь. Полтора креста, короче говоря. Опа! Хе-хе. У меня прям сегодня крестовый поход, друзья. Ну, относительно, недалеко так, метров 10, вот это уже далеко, в принципе, для такого места. Отхожу, вот на таком склоне, вот такой обрыв туда вниз. И опять крест, ребят, на этот раз, смотрите, какой на этот раз. Сломанный, жалко, как. Ух ты. Кто знает, друзья. Что же это за крестик такой? Я не запоминаю что-то эти вещи, но делать с удовольствием делаю я их. И этот в коллекцию пойдет. Прекрасный. Прекрасный он какой, а? Вы только посмотрите, мы его обязательно сделаем. И я обязательно вам покажу. О, кончик отламывается уже. Нельзя его тереть резко. Какой красавец, да? Четкий. Вернулся я в исходную точку. Опять вот отсюда я начинал, где тут мега-шурфы заложены были нашими братьями-комрадами, которые не закопали. Вчера только написал под каким-то роликом, под каким-то постом в ВКонтактах, там, говорю, что там, человек какой-то показал там тоже похожее место, не закапанное. И тролливали. Я только там подписал, говорю, ну, какие-то, извините меня за выражение, даже не буду запихивать. Но тем не менее, ладно, бог с ними, на их совести останется. Они думают, если тут никто не ходит, значит, можно не закапывать. Птички летают красивые, большие. Шел временами у нас тут снег. Но ничего, друзья, на этом я буду заканчивать. Неплохая получилась разведка. Следующий раз, соответственно, будет у нас гораздо лучше. И интереснее находки, я думаю. Придем мы тоже пошурфим. Пробовал я разные настройки, разные частоты выставлял. Но мульти, мне кажется, самое адекватное. Очень нашел мелкую чешую. Давайте покажу в итоге, что сегодня вышло. Вот смотрите, друзья. Значит, не показывал я вам вот эту чешуйку. Это вот именно здесь сейчас вылезло. Очень мелкая. Я понятия не имею, чья это. Но явно не Михаил Федорович. Так. Ну, это 71 год, копейка и 10 копеек 55 года. Не стал я доставать камеру, показывать. Мне, в принципе, из всего этого, вот этот крестик больше всего понравился. Вот эта пуговица. Смотрите. Еще раз вам ее покажу. Если кто знает, что это и от чего, пожалуйста, пожалуйста, напишите. А, крестик хорош. Ой, хорош крестик. Песня. Колечко. Ну, в общем-то, вот так вот. Что хотел, я нашел. Ну, а я буду на этом прощаться. Ребята, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Напишите в комментариях, кто угадал, какие крестики, какого периода, может, они как-то особенно называются. Буду вам в этом признателен. И спасибо, что делитесь в социальных сетях нашими роликами. Все, до новых встреч. Увидимся. Пока.